Общество краеведов Ненецкого округа отмечает значимую дату. 25 лет назад появилась организация, объединяющая людей, неравнодушных к истории своего края. Тему продолжит мой коллега Василий Хатанзейский. Под бурные аплодисменты началось чествование юбиляров. Обществу краеведов Ненецкого округа в этом году исполнилось 25 лет. Нам исполняется 25, сегодня 25 мая, мы так его называем 25-25. Вот, нашей организации, она была создана 25 мая 1996 года, то есть одна из таких уже возрастных некоммерческих организаций Ненецкого автономного округа, в которую входят достаточно много известных людей, которые занимаются изучением историко-культурного и природного наследия Ненецкого автономного округа и популяризируют эти знания среди населения. Общество краеведов является одним из важнейших объединений в регионе. За четверть века члены организации пополняют научный фонд социально значимыми проектами в области культуры, образования и науки. Один из первых проектов был это как раз организация семинара для руководителей общественных музеев города и села. То есть у нас есть общественный музей в Великовисочном, в Коткино, в Красном. И, конечно же, им всем нужна поддержка. Также были музеи на рыбокомбинате, школьные музеи. И нам удалось объехать практически все музеи, посмотреть их фонды, как ведется учет в этих музеях. И провели совещание, где подсказали, как правильно все это делать. Сегодня организация насчитывает 37 энтузиастов. Каждый вносит свою лепту в сохранение исторической памяти. За долгие годы подготовлено немалое количество монографий и публикаций, отражающих историческую правду прошлых лет. Василий Хатанзейский, Антон Бодряков, телеканал «Север».